Магаданцы могут подать заявку на благоустройство двора. Городские власти отберут территории, которые приведут в порядок в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. Документы для участия принимают в департаменте СОТЭК мэрии Магадана по адресу проспект Карла Маркса, дом 62А до 31 августа. В областном центре живет более 90 тысяч человек. Большинство в многоквартирных домах, у которых более 1000 дворов.